36 квартир. Да. И сколько стоит самый дешевый? На каждом здании по бассейну, сам и сколько стоит самый дешевый номер? На год, значит, да? Да. Нет, мы сдаем от 2 лет. От 2 лет. Самый дешевый не плохо, самый дорогой, это 200 тысяч в месяц. Евро, да? То есть 4, 3 ляма в год. У нас много ресторанов. Там? В России, да. А мы пойдем, пойдем. Пока. И под нами большие конференц-залы под землей. Мы выстроили. Банкетный конференц больше. То есть получается, это самый дорогой недвижимость в Европе, да? Если продавалось. Ну, если да, одна из, да. Мне кажется, даже Вангайд парк, мне кажется, подешевле будет. А вот то, что ты говоришь, за 3 лимона в год. Здесь офисное здание. Все остальные жилые здесь здание. Мы еще много всего узнали. Как с Парижем курируете, да? Старое и новое. А кто делал это? Я. А, у нас да, нет. У нас в компании есть. Нет, вот именно вот эти вот делали. Мартины. Мартины. Там пока на время реконструкцию кафе де Пари, ресторан сюда перенесен, а вот зал отеля де Пари. А вот кафе де Пари. Здесь у нас кафе де Пари, французская гастрономия, находится временно в банкетном зале. Казино тоже ваше, да? Да, казино наше, два хороших ресторана внутри находятся. Внутри ресторан Френд Блю, в стиле такой восточный экспресс. Ресторан, розовый зал называется, душевая территория отдыха,
Бутабар. Да, Бутабар снизу.